Привет, с вами канал Педро Пинки. Сегодня я хочу вам показать, как я делаю прически на показе, но видео показ мод. Это не показ мод, а тратить обычный показ. Первый пони заморозить. Да. Сейчас я покажу, как делать и прическу. Так, я ее чуть-чуть изменила. Я сейчас покажу. Так, вот она. Вот брызгалку. Вот. И брызгаю. Итак, я попрыскаю волос. Вот видно. Такие мокрые. Так, хватит кататься. Итак, я расчесываю. Вот видно, я их причесываю вам. Вот так вот. Сжать вот так. Вот они такие пушистые. Теперь я беру часть волос. Часть волос, да? И вот так вот перекручиваю через рог. Так, да? И еще теперь через ушко. Ну, как я вам стала ее изменять, но здесь не получается. Вот. Как вам? Так. Следующий пони. На кадр не висит лучше. Сейчас он подниму. Вот. Минти. Теперь я беру и также их мочу. Так, сейчас их намочу. Пока у меня там ничего нет. Вот, все, я начала волосы и сейчас их расчешу. Вот, я их причесала. Они мокрые должны быть. Потом так вот через рог. Так вот, ну так вот. Идем через рог, если у вас единорог. Мы ведем. И здесь вот так вот отпускаем. И берем всю эту корзиночку. Ее и закреплю волос Минти. Так. Вот так вот у меня. Следующая поняша. Адамс. Теперь я также все делаю. Причесываю и брызгаю. Вот я уже расчесала и побрызгала. Теперь смотрите. Берем тоже вот. Сейчас так дальше уберу. Уберете. Да? Я делю у нее часть волос и так вот через рог и там вот пускаю и вторую прядь я делаю точно так же. Саботаж? Саботаж? Вот готово. Так вот, прическа готова. Еще раз проверим. Вот вам. Да? Здесь что у нее на руках накрутила. Следующий пони. Типа Applejack. Я и то же самое делала, что с предыдущим пони. Вот я причесала. Теперь я опять же беру часть волос. И вот так вот все красно перекручу. Да? Так. Сейчас. Подождите. Я здесь буду отцеплять просто. Вот так. Да. Теперь я беру обычную резинку и цепляю, чтобы якобы такие прозрачные кончились. Беру обычную резинку и да, эту и ставлю следующую пони. Вот как бы готово. Я уже
Петер ставит конь, я уже волосы намочил, расчесал. Ставлю крем. Теперь я беру и так вот через ухо. Ой, знаешь, не так. И в ту сторону, смотрите. Берете и вот так вот. Вот получается так. Я тоже закладываю обычной резинкой и вставляю сюда все кони. Вот они все. Дальше, Минти, Твайли, Катанс. Ну ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарии. И пользуйтесь этим прическами. Всем пока. Пока-пока.